В китайской провинции Цяньси обрушился автомобильный мост через реку. Трагический момент попал в объектив видеокамеры. В момент обрушения по мосту двигались автомобили. Сейчас они находятся под завалами. На место аварии приехали спасательные отряды. Пока информации о погибших нет. Кстати, это не первая подобная трагедия в Китае. В этой же провинции 2 недели назад рухнул другой автомобильный мост. В этот момент по нему проезжал автобус и мотоцикл. 3 человека погибли.